Приветствую зрителей моего канала. Скоро Новый год, а значит уже сейчас пора задуматься, что же приготовить на новогодний стол. И сегодня хочу предложить вам две простые и быстрые закуски, которые выглядят эффектно и расходятся на ура. Рецепт вы можете видеть на экране, а также в описании под видео. Для первой нам необходимо отварить крутую яйца. Ставим их на огонь, а сами займемся грибами. Мелко нарезаем их кубиками. Затем мелко порежем репчатый лук. И все идем обжаривать на небольшом количестве масла. Сначала до золотистого цвета обжарим лук. Затем к нему добавим грибы. Жарим минут 5-7. Не забываем все немного посолить. Как сильно жарить грибы, выбирайте сами. Это дело вкуса. Далее остывшие яйца чистим от скорлупы и, разрезав пополам, достаем желтки. Их мы перекладываем в миску. Туда же отправляем жареные грибы с луком. И пару ложек майонеза. Все перемешиваем. Теперь приступим к фаршировке наших яиц. Выкладываем вовнутрь по пару чайных ложек грибной пасты. В качестве украшения возьмем один средний огурец и тонко нарежем его на пластины с помощью овощерезки. Перережем пополам и, наколов на зубочистку, вотнем в наши фаршированные яйца. Сверху дополним зерном граната. Вот такая красота у нас получилась. Эта закуска словно кораблики с парусами. Ну а все любители грибов наверняка не пройдут мимо. Для второй закуски нам понадобится готовое слоеное дрожжевое тесто. Его мы предварительно разморозили. Присыпаем доску мукой и слегка растягиваем тесто. Начинаем вырезать кружочки. Можно вырезать бокалом небольшие по диаметру, а можно, как я, воспользоваться фигурной формой и сделать как бы раковины. Затем наши заготовки перекладываем на противень, застеленный пергаментом, и верх смазываем желтком. Выпекаем 20-25 минут при температуре 180 градусов. А пока займемся начинкой. Для этого нарежем кубиками соленую красную рыбу и свежий огурец. Мелко порубим укроп. В миске соединим творожный сыр, рыбу, огурец и укроп. Готовые ракушки из теста разрезаем, не докатя до края, и наполняем их начинкой, по бокам украсив
ракушки и крой. Просто и незаурядно. Отличная альтернатива бутербродам с красной рыбой. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь. Я же говорю вам спасибо за просмотр и до новых встреч!